Подгон от Навасова. Взяли и отправили. Все, предлагаем ему обмен. А что-то мне обмен не пришел от Рика. А, вот он, все. Все, я принял. Все? Все принято? Все? Продолжаем? Блин, ребят, сейчас каска закончится. Ребят, короче, сейчас яблочку отправляем. Так, ножик я для него выберу, наверное, самый лучший. Почему бы самый лучший ему не выбрать? Я выберу фальшон и отправлю ему. Смотрим. И нажимаем «Предложить обмен». Смотрите на его реакцию сейчас. А, забыл написать сообщение. И отправляем. Пойду раздавать. Вы только посмотрите на его лицо. Это что такое? У него из скинов есть только Галил Ар дешевый. У него есть Юм 45. У него есть Негив. И есть МП9. И есть Тек-9. Это все ширпотреб. И тут ножик. О, офигеть. Просто офигеть, ребят. С вас лайк. А кто придумает к этому самый смешной комментарий, получит складной нож волны.